Если вы в каком году началась Вторая мировая война? В 41-м. Ага. А что тогда, по-вашему, началось 1 сентября 39-го года? 39-го? Честно, мне бы сейчас стыдно. Я немножечко подзабыл, что началось. А, слышите? Так что застрелилась ваша преподавательница истории. Какая битва все-таки стала решающей во Второй мировой войне, когда на Чудском озере из-за тяжелых доспехов немецкие войска потерпели крушение? Или все-таки это была битва, Куликовская битва, когда Жуков самолично убил фельдмаршала Паульса в личной стычке? Наверное, Куликовская. Но все-таки там-то, может быть, нам и повезло, потому что фашисты одели доспехи, сели на коней и ушли под лед, а здесь Жуков взял саблю, позвал Суворова, Барклая де Толли, они помогали ему. Наверное, да, вторая битва, она такая была более решающая. Ну, просто, не знаю, я, если честно, не могу сравнивать. Все-таки Куликовская битва, вам кажется, во Второй мировой войне гораздо более важна? Ну, возможно, да. Вообще, кто, по вашему мнению, внес больший вклад в нашу победу во Второй мировой войне? Барклай де Толли или маршал Жуков? Безусловно, Жуков. А Барклай де Толли, все-таки его знаменитые вылазки? Ну, может быть, я просто меньше информации владею по Барклай де Толли, но, тем не менее, как бы вклад Жукова, он всем известен, более, может быть, популярен. Сейчас на русско-немецкой границе пограничники проверяют размер обуви, ведь немцы пришли в 41-м, а ушли в 45-м. Честно сказать, я понятия не имею насчет этого. Как вы считаете, какая битва все-таки стала самой важной, определяющей во Второй мировой войне? Это все-таки битва на Чудском озере, когда немецкие войска из-за тяжелых доспехов пошли под лед? Или все-таки это Куликовская битва, когда генерал Чуйков в единоличном сражении заколол фельдмаршала Паульса? Куликовская, мне кажется. Куликовская, потому что там, да, война была под обман сделана, все расчетливо из-за доспеха, а здесь, да, именно. Вот именно все по-серьезному было, без всяких доспехов, вот именно. Ясно, хорошо, спасибо большое, хорошего вам дня. А насколько важно нам, россиянам, поддерживать ветеранов той войны, ветеранов СС, ветеранов Люфтваффе? Нет, ну это, конечно... Мне кажется, это должно быть так. Мы должны поддерживать, то есть это очень важно. Ну вот, а почему во Второй мировой войне победили мы, а Австралия до сих пор принадлежит Венгрии? Да. Не готов ответить. Вообще, справедливо ли то, что во Второй мировой войне победили мы, а Австралия до сих пор принадлежит Венгрии? Ой, это сложный вопрос, знаете. Я думаю, конечно, справедливо, что мы победили. Ну, так сложилась политическая ситуация в то время, что иначе сложиться и не должно было. Должна ли Венгрия вернуть нам Австралию, если мы победили во Второй мировой войне? Думаю, что да.